Сегодня у нас третий день, и мы сегодня едем. Илоночка, Лена, привет. Сейчас мы все вместе едем в метро на нашу конференцию. Третий день, где нам что-то должны интересное рассказать. Вот такое метро Валенсии. Далеко достаточно оно находится от отеля. Но нам девочки помогали с табличками. Вчерашние пригодились. Любуйтесь своими директорами вышестоящими, спонсорами. Вот наша Украина, то была наша Россия, наши девочки. Наконец-то едет наш вагон. Посмотрим. Вот такой короткий. В Киеве подлиннее какой-то. Да. Да, здесь, наверное, мало пользуются метрополитен. Все на велосипедах. Ну. Так, все, мы едем. Сейчас мы сделаем. Скучно, нечем заняться. Так, поднимаемся, идем на пересадку на второе метро. Сейчас я прям смогу тоже. Реально, чем хочет. Экспресс-карьера отдыхает. Ну, почти вся, да, экспресс-карьера. Да. Ну шутер. Смайлик, смотрите. Еще немного. Вот мы уже приближаемся. Что-то очень красивое. Вот такие автобусы экскурсийные. Компания Oriflame сделала. Ух ты. А куда нам? Здравствуйте. Да, туда? Угу. Так, вот нам показывают, куда нам идти. Мы уже практически пришли. Очень красивое здание. Но Валенсия очень такая современная вся. Так, вот мы зашли. Сейчас будет наша встреча. И о нас позаботились. И мы сделали такую дорогу длинную. И вот всем стоят стаканчики с напитками. Вон Наташка сидит. Где? Привет. Справа, вот. Слева? Вот, прямо, вот, ага. Беленькая. Понял. Голова. Кончилась конференция. И мы узнали много интересной информации, узнали акции. Сейчас все участники конференции, именно наша экспресс-карьера, вышли на улицу фотографироваться. И вот сейчас все ждем, когда пойдем обедать все вместе. Очень красивое здание. Вот наши девочки. Вот наша Аня фотографируется. Вот такой красивый фонтан. Вот Нина.